Приветствую всех виноградарей, дачников. Сегодня 29 июня, 23 год, центральная Украина, Полтавщина. Увидел вот у меня здесь на Виктории один такой рукавчик получился, висячий. И вспомнил, мне одна женщина заказывала Викторию, как раз саженец. Вот я этот рукавчик пришпилил к земле, присыпал, там немножко пробороздовал. И засыпал землю. Здесь, как обычно, все влага, тенечек, то есть солнце не печет. И даже я оставил одну гроздочку, гроздулечку. Будет расти. Ну, буря, конечно, потрепала немножко верхушку, оборвала, но идет, точка роста пошла с пасынка. В принципе, будущий саженец будет жить. Просили у меня саженец Надежды Азос. Вот то же самое было. Я обрезал Надежду Азос, дообрезал, упорядочивал весной. И оказалось, вот это тоже рукавчик, у меня там прирос немножко. И появилось 5-6 волосинок корешочков. Посадил. Ну и вот пошел тоже рост. В принципе, уже где-то месяца два этому саженцу, как видно, живой. Осенью, конечно, покажу результат и этого саженца выкопаю, когда он уже перейдет в стадию покоя, и Викторию. А вам, ребята, я традиционно желаю хороших урожаев, поменьше болячек на ваших садах, огородах и винограда тоже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Фанта. Хулиганка. Так, этот... Фу! Саженец получился у меня, я прикопал. Нельзя. Рукав. Сейчас посмотрим, что получилось. Так, этот саженец у меня получился после того, как край рукава прирос. Ну, тут тоже немножко есть... Фокус не на нем. Ага. Есть немножко корешочков. Вот я не продам, а соседу отдам, подарю. Надежду Азос. При хорошем уходе будет неплохой саженец. Приветствую всех дачников, виноградарей. Сегодня 17 ноября, 23 год, центральная Украина. И вот пришло время, как я считаю, выкапывать тот отводок корневой, который я прикапывал. Вот еще холмик остался. Вот был у меня рукавчик, я прикопал. И была даже здесь гроздочка. Выращивал под заказ. Здесь оставляю на этом саженце. Раз, два, три, четыре, максимум четыре почечки на весну. И этот саженец поедет очень далеко. Просили меня, это Виктория, кстати, просили меня вырастить морозоустойчивый сорт. Вот Виктория выдержит до минус 26. Вот сейчас будем смотреть. Итак, сразу обрезаю вот здесь и здесь. И посмотрим, что у нас получилось к осени. Какой результат, какие корешочки дал этот отводок. Ну вот смотрите, как для саженца отводка, довольно-таки неплохие корешочки. Вот. Этот саженец поедет на север Украины, в Киевскую область. Там у нас более морозно, чем на Полтавщине. И поэтому этот саженец приживется очень даже неплохо. Если сейчас посадить, как я вам говорил,
в одном из предыдущих видео осенью. И за зиму эти корешочки еще удвоятся в размерах. И будет хороший такой саженец. Все, ребята, видеоотчет я вам снял, показал. Прошу вас подписаться на канал, ставить лайки. А я традиционно с вами прощаюсь. Желаю хороших урожая, поменьше болячек на ваших садах и виноградниках тоже. Всем пока. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.